Рейды, направленные на пресечение нарушений правил остановки или стоянки машин в местах, отведенных для людей с ограниченными возможностями, сотрудники госавтоинспекции проводят регулярно. Во время таких мероприятий полицейские не только выявляют нарушения, но и ведут с водителями разъяснительные беседы о корректном отношении к данной категории участников дорожного движения. Добавлю, что дорожные знаки, определяющие места для парковки инвалида, установлены вблизи больниц и поликлиник, городской и районных администраций, а также социальных и торговых объектов. Госавтоинспекция просит водителей уважительно относиться к участникам дорожного движения, чьи автомобили обозначены знаком «инвалид», и не занимать их места на парковке. Напоминаю, что за данное нарушение законом предусмотрено административное наказание в виде штрафа от 3 до 5 тысяч рублей.